Хей, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Морская братва. Я как раз здесь закончил, и я увидел перлы. Бухта. Не в смысле бухта-барахта, а просто бухта. Бухта, бухта, бихта. Так, ну что, давайте тогда, я думаю, начнем выполнять заданицы. Начнем с нее. Энджи, что такая девушка делает в таком месте? Это как еще прикажешь понимать? Ну, просто ты это... Эй, хочешь пойти со мной? Нет, я ухожу. Да брось, увидишь, как я добьюсь успеха. Вот еще тоже мне. Слушай, знаешь что? Пожалуй, я согласна. Готовься, будет потрясно. Танцевать в... танцы... Давай. Знаешь, что мне тут нравится? Тут все знают, как тебя зовут. Кто ты? Еще раз. Эй, детка, ты под каким знаком родилась? Тоже под рыбами? Эй, Боб, еще разок! Все... Давайте выпьем за античелюсть. Сейчас будем танцевать. Интересно, насколько сильно ускорят. О, по две кнопки сразу надо нажимать. Это не очень хорошо. Тут просто лохануться очень легко. Эй, эй. Писюн. Дэнс, дэнс, рыбный дэнс. Второй уровень сложности пошел. Бам. Let's go, let's go. Так, а теперь пошел третий уровень сложности. Последний. Не, на самом деле это еще не очень быстро, мне кажется. Мне кажется, они могут еще быстрее. Изи-изи-изи. Я поражена! Нет слов! Еще бы! Надеюсь, ты хоть чему-то научилась, пока смотрела и пускала слюнки. Ты надеешься, что я... Что? Ну, может, ты и подсмотрела пару приемчиков у маэстро. Маэстро — это я, если кто не понял. Маэстро? Оскар! Да ты самый самовлюбленный! Да о чем я говорю? Прощай. Погоди, я только... Не скучай, Оскар. И спасибо за еще один чудесный вечер. Изи плюс 200. Так, ну танцевать больше я с тобой не собираюсь. Эй, Сайкс. У нас теперь все ништяк, да? Ты же больше не злишься? Да, я так и думал. Ну, какой план? Хотя я должен стать популярным и быстро. Реклама стоит денег, куча денег. И у кучи народу есть куча других собирать. Дел. Деньги — это еще не все. Еще есть известность, власть, шоколад.
денег у нас нет. Заплатить за рекламу мы не можем. Но если ты проскользнешь мимо охраны, то парочку щитов своей рожей украсить сможешь. Стоп. То есть ты хочешь, чтобы я посреди ночи прокрался к чужим рекламным щитам и их переключил? Ага. Круто. Да-да, давай. За вот это я, кажется, врыл заданием. По ходу дела на всех щитах есть переключатели. Надо их просто перещелкнуть и та-дам! Мое лицо повсюду. Жители что-то невкусные пошли. Здесь жизнь, что ж поделаешь. Я не помню, меня аж парит или нет. Блин, не, я помню, там была просто миссия, что мы воровали деньги. И скрывались от полиции. О, минус один. Лох. Шпарит. Пусть там не врочные расслабляются. И нихерово. А, лучше бы не светили мне в глаза. Голова кружится. И нарушители вкусные пошли. Шпарит не по-детски. Здесь можно прятаться. Хорошо. Вот он мог мне. Он мог меня заметить. Че, он плывет, и я поверху просто. А-а-а, нихера поверху. Плыл поверху. Не, кажется, это оно и есть. Даже по запаху. По-тихому. Делаем все по-тихому, не спешим. Все деньги мои. Ау. Жемчужинки, жемчужинки, куда же вы делись? Мама, родная, лифт. Рыбы их ненавидят. Сейчас поймете, почему. Ой, голова! Понимаю.
Теперь я понял, добрый почему. Добрый старый рекламный щит, это, конечно, тоже ничего, но он на том доме здоровенный экран. Если на нем покажусь, весь город меня узнает. Надо только пробраться мимо охраны. Да. Осталось только пробраться мимо охраны. Стой! А мне-то что? Почему меня выталкивает оттуда? А-а-а, все, видел. Лучше бы не светили мне в глаза. Да, сука, залезь. Что-то невкусное пошли. Плевать, я в безопасности. От них по факту можно убегать с помощью быстрого быстрой поездки. Ерунда, не бойся. Что-то я нервничать начинаю. Да фигня, как всегда. А нет, я так от него не убегу. Решил сам себя перехитрить. Хорошо, побытишь. Главное, чтобы меня не раздавила эта херня. А ничего, что эта херня опасная, радиация. Блин, не работает. Наверное, надо сначала ток включить. А что тут еще одна херня зеленая делает? Как она вообще дамажит, я не понимаю. Просто какая-то непонятная радиошар. Пофиг. А, этот шар меня притягивает к себе. Поехали.
Странно, что у них вообще электричество работает. Чтоб меня не сошарали. Да, отвлекай, так отвлекает сильно. Плюс 150. Оскар, все вышло. Все в городе только и говорят о том, что ты сделал со Щитари. Ты не просто герой, ты знаменитость. Теперь для твоего имиджа нам надо, чтобы ты ограбил банк. Так не пойдет. Отель разгромишь? Так, слушай, это все-таки я тут античелюсть. И у меня уже есть план. Увидимся попозже. Так, во-первых, нам нужно сохраниться. Время 16-17 минут. И успеть выполнить две миссии. Это что, все мои фотки? Да, сэр. И я прямо сейчас мчусь в редакцию. Вы завтра будете на первой полосе. Круто! Смотри, ничего не растеряй. Сэр, я профессионал. Я ничего не теряю. Но я прощаю вас. За хорошую шутку. Так, этот раздолбай по всему городу разбросал мои фотки. Придется за ним таскаться и их подбирать. А то он все самые лучшие растеряет до редакции. Эй, стоп! Все самые лучшие фотки гоняют. Я слишком быстро, да, плыву? Эй, со вспышкой, себе же все сыплется. Лучший редактор. Фотограф. Эй, хорошо, что я их не растерял сюда. Хорош картинки ронять. Ты знаешь, что одна фотография стоит 1000 слов? Упс, с этого сегодня ничего нет. Сколько еще нужно словить? Слишком много. Слишком много фотографий. Ты ни одну не потеряешь, давай шустрее. Где твоя редакция? Все, наконец-то. Вот-вот, об этом я и говорю. Звезда есть звезда. Я же говорил, что все будет в ажуре. Проще надо быть. Да, точно. Да, точно. Да, точно. Да, точно. Точно, да, да, точно. Апартаменты готовы. Апартаменты? Мои? Да, их приобрел для вас мистер Файлз.
Сайкс? А, ну да, я же теперь такая знаменитость, он решил, что будет моим агентом. А можно мне туда подняться? Ну, я же хозяин, можно мне? Ну, разумеется, там пустовато, но вы, несомненно, можете себе позволить любую обстановку. А, это мой домик. Кто там был? А, да, все вот это вот последняя лока. Ну что же может еще быть здесь? 250? Пипец, они хотят, чтобы я сколько отдал? Так, это все мои диски, да? Херня. Херня. Более-менее. И это песня Шикос. Ну это стандартка. Не-не-не, нельзя. Долгая фигня. Ну, такой. Это классная песня, это я знаю. Ой, это кто еще? Ну как дорого, стоит тут еще и спадем наверх. Тут вторая комната. Мило, мило. А, то есть это все мои награды. Так, смотрите, тут не хватает еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще шесть не хватает. То есть потом еще будет продолжение, но я вообще не помню, чтобы было какое-то продолжение после этого. Ну что по телеку? А, это из мультфильма. Момент. Так, есть еще что за 70? О, а что может быть еще? Так, ну все получается. Это вернуться в город. Ну да. Это Кэти Карн. Я веду прямое включение с места, где, кажется, появилась... Акула! Глядите, это античелюсть. А, вот это там-там-там-та-там, это от челюсти. Отсылка. Ой, я не могу смотреть. Oh,
сняли? Я была в кадре. Прическа не растрепалась? Эй, Лень, а можно без музыки? У меня от нее мурашки по спине. Лень, слушай, да ты прям как взбесился. А он внутри взбесился. Эй, Лень, а можно без музыки? Сейчас нет, но себя забей, все равно не... Сука. Лени хочет нас сожрать, походу, по-настоящему. Можно мне не кушать, Лени, пожалуйста? Так, походу, он от нас отстал. А, нет. Нет, не отстал. Лень, не грусти. Ты ему. Это было близко. Он говорит, все в порядке. Это событие – величайшая новость со времени изобретения аквариума. Кажется, античелюсть только что ухватил огромную акулу за хвост и зашвырнул в расщелину. Ух, ай, И пусть все запомнят, то же самое ждет любую акулу, у которой плавники чешутся. Это мой город. Если хотите его окулировать, то придется иметь дело со мной. Уважаемые телезрители, это очень-очень волнующий момент. У меня попросту нет слов, чтобы его описать. Это вырежем. У меня 3:40. Поехали, ребята. А дальше не... Как я выгляжу? Да нет, не хвост. Спиной плавник как. Хвост-то я знаю, что в порядке. Что, мы в эфире? Спасибо, что предупредил. В эфире Кэти Карен. Нам только что сообщили о похищении рыбки Энджи, друга античелюсти. Свидетели утверждают, что это были акулы. По словам неназванного источника, Энджи удерживают в старом океанском лайнере Дона Лина. Античелюсть лично берется за расследование. Ага, вот так дальше. Оскар, ты там как? Все в порядке, только не шуми. Энджи у них на кухне. Я туда проскользну и ее вытащу. Ладно, если что, я тут. Да, если что. О, от ножичков-то лучше подальше держаться. Не хочу превратиться в рыбное пюре. Да шо тебе? Не, пройдем вот этот момент потом. А, стой, нас затягивает. Почему он сам куда-то уплывает? Да у меня ведь высшее образование. Даже позавтракать с утра не успел. Пусть на внеурочные раскошеливаются. Как, блядь, все взял. Возьми деньги. Oh!
Нихуя, нихера. А это почему мне в лицо светят? Тихо. Так, а здесь сейчас с другой стороны, да, откроются двери? О, там что есть? Жемчужинка. Ну, в принципе, на нее не светит, поэтому ее забрать можно. Хорошо, теперь мне нужно подняться наверх. В принципе, по течению вверх. А, я уже туда не смогу, да, попасть? Нифига, там три жемчужины сразу. А, не могу попасть. Найс. Ага, тайные штуки всякие. Изи тайник. Изи кэш. Ох, еба. Если бы он меня заметил. Энджи, ты там? Так, в раковине можно спрятаться. Что ты тут делаешь? Что-что, тебя спасаю. Исправляю недостатки своего характера. Некогда о характере. Я в морозилке. Дверь заклинила. А есть тут еще какой-нибудь выход? Есть лифт. Он ведет к Лина в кабинет. А, ну так ведь это уже полдела. Ну да. Наверное, когда Лина проголодается, ему на этом лифте обед подают. Обед сто бед, хотя очень удобно. Обед на лифте. Но с другой стороны... Оскар, давай скорее! Держись, Энджи! А чё быстрее? Почему быстрее должен? Хоть что-то делать? Так, стоп. А я нажимал же. Нихера морской еж здоровый. Тут. Вау, акулий ресторан. Вот куда попадает рыба, если не повезет. Да там же на столе большой ключ Дона Лино. Если опять придется слушать крабьи стоны. Стоит ли вообще мне мучиться и... Все. Мне же по факту не нужно ничего здесь собирать. Здесь ничего ценного вот такого нету. Типа все. Ну, я спрятался, ты меня не съешь. Что-то я нервничать начинаю. Зато музыка херячит. Почему мне засчитали как секретку? Так, подожди, надо запомнить.
А, они, видите, спят, они не просто... Они спят, да. Ну, это херня легкая. Пофиг на урон. Надо отхилимся. Светили мне в глаза. А он картину рассматривает. Пускай смотрит. У меня ведь высшее образование. Вот вечно не надо кругами плавать. Ах ты, пираньи вырвались. Надеюсь, Лина тут где-нибудь держит репеллент. И если на тебя когда-нибудь нападет пиранья, плыви к ближайшему облаку репеллента. Запах у него, конечно, не ахти, но лучше вон, чем сотня острых зубов. Ага, хорошо. Наверное, лифт вызывается той кнопкой под столом. Даже позавтракать с утра не успел. Дверца лифта вот за этой картиной. Антипираньи. Все, доплыл? Оскар, ты молодец! Скорее надо отсюда выбираться! Акулы понятия не имеют, что мы... Вот она! Главное блюдо! А на закуску у нас сегодня ты. Кто я? В смысле, да, это я. Античелюсть. У меня здесь твоя подружка. Если не хочешь ее смерти, то тебе придется покинуть город и никогда не возвращаться. Шутишь, что ли? Да она мне никто. Оскар! Думал меня шантажировать? Можешь ее отпустить и поговорить со мной на равных, как рыба с рыбой. Могу. Но видишь ли, мои ребята только что обнаружили за бортом корабля Ленни. И мы знаем, что ты лжешь. Ты суши. Спасайся! Суши. Что он врезается, я еще не вижу. А после этого ты будешь нежным и приятным. Об что он врезается, я сам не вижу. Центр. Низ. Вверх. О, это как мы сюда плыли, да? Я тебя поймаю, Оскар. Нигде ты не спрячешься. Он прав. Все кончено. Он меня везде найдет. Надо его как-то остановить. Как-то так повернуть, чтобы мы могли с ним один на один. О, точно. Китомойка. Ух ты, неужели я тут работал?
И киты что ни день приходили в бешенство, и тогда нам приходилось пользоваться китовой ловушкой. Точно, китовая ловушка! Акулы не могут дышать, если не движутся, надо его просто остановить. Уф, только сначала нужно запустить все машины. Наверное, можно пробраться через кабинет Сайкса. Давайте, короче, я на этом закончу. Если что, я объединю серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.